Свободный курс национальной валюты – лучшее решение в современных условиях, уверены российские экономисты. При падающих ценах на нефть и тяжелой мировой экономической ситуации нецелесообразно тратить золотовалютные резервы на стабилизацию курса, считают они. Ослабление курса рубля в России позволило их производителям оказаться в плюсе. Этого же стоит ожидать и казахстанцам. Выиграют производители, ну, вот, например, металлурги, так сказать, да, там, производители удобрений, у которых, так сказать, выручка валютная, а издержки, так сказать, в национальной валюте, так сказать, да. Это немножко подстегнет, так сказать, экспорт, хотя больших чудес там не произойдет, так сказать, да. Что это повышает привлекательность страны для иностранного капитала. Главное, чтобы в стране сохранилась макроэкономическая стабильная ситуация.